Научное открытие в Луганске. Химик из Национального университета имени Тараса Шевченко синтезировал заменители кофеина и никотина. Открытие может совершить переворот не только в фармакологии. В этой пробирке уникальное химическое соединение, не имеющее аналога в мире. Вещество может заменить кофеин или никотин и, возможно, совершит переворот в пищевой, медицинской и табачной отраслях. Создатель вещества, химик Иван Демчак, про перспективы своего открытия говорит крайне осторожно. Формулу держит в секрете. Спустя практически года работы нам не удалось получить ряд соединений, ранее неизвестных, представляющих потенциальный интерес какой-то в дальнейшем, может быть, в прикладном характере. Не спешит с выводами научный руководитель проекта Геннадий Хорошилов. Полученные химические вещества должны пройти еще ряд исследований. В целом, можно говорить, что есть вероятность того, что эти вещества когда-нибудь найдут применение там, в медицине, в сельском хозяйстве, там, еще где-нибудь. На основе полученных веществ в лаборатории Луганского национального университета планируют создать лекарства. Тестировать препараты будут на клетках животных. Будем надеяться, что может быть хотя бы один препарат мы сможем довести уже до фармкомитета. Изобретатель Иван Демчак за свое открытие получит степень кандидата химических наук. А университет надеется на государственную поддержку в дальнейших исследованиях. Александр Маха, Виктор Белогорцев, телеканал «Донбасс». На этом наш выпуск завершен. Увидимся во время новостей Донбасса. Всего доброго.